Рабочая неделя в администрации Кашхабского района по традиции началась с планерного совещания, которое состоялось в режиме ВКС. На нем присутствовали заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, главы сельских поселений, главный врач Кашхабской центральной районной больницы. Первым вопросом повестки дня стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе, по которому отчитались начальник отдела по делам ГУ и ЧС, а также главы сельских поселений. На сегодняшнюю дату на лечении находится 564 человека. Из них 504 человека находятся на амбулаторном лечении и 60 человек находятся на стационарном лечении. Значит, на прошлый понедельник, на 31 число, у нас на лечении было 408 человек, сейчас 564, рост на 156 человек. В разрезе населенных пунктов, значит, продолжается тоже рост количества заболевших. Назову населенные пункты, которые наиболее резко увеличивают количество заболевших. Значит, в Кашихабле за неделю рост на 58 человек, в Бличепсине плюс 9 человек, в Егерухае плюс 13 человек, в хуторе Дмитриевском плюс 9 человек, село Вольное 29 человек и Аухоц плюс 15 человек. Продолжается работа административных комиссий. С начала года составили 11 протоколов, за прошлую неделю один протокол. Николай Зверев также затронул вопрос создания аппаратного программного комплекса «Безопасный город», предусматривающий установление на въездах в Аулу-Кашхабль камер видеонаблюдения. 3 года назад было разработано и согласовано с Главным управлением МЧС России по Республике Адыгея техническое задание на проектирование и построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Значит, из этого технического задания мы практически половину сделали. Это, значит, установка системы видеонаблюдения в парковой зоне Аула Кашихаб с выводом сигнала на ЕДДС Кашихабского района. Еще у нас остается задание, значит, по установке 6 камер видеонаблюдения, которые должны быть установлены на въездах в Аул Кашихаб. Это и со стороны Игнатьевска, со стороны Бличепсина, Курганинска, Егерухая. Значит, на этот год у нас на АПК «Безопасный город» в бюджете района заложено 600 тысяч рублей, которые мы можем использовать на эти цели. О ходе прививочной кампании на территории района доложили заместители главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов и главный врач Кашхабской центральной районной больницы Заур Хашев. Ими отмечено, что на сегодняшнюю дату вакцинацию прошли 13 691 человек. Все прививочные пункты работают в штатном режиме. На сегодняшний день у нас прошли вакцинацию, в том числе вакцинацию 13 691 человек, что составляет от доведенного плана 74,6%. За выходные 69 человек у нас прошли вакцинацию по Кашхабскому району. О необходимости вакцинации мы все время говорим, и факт того, что у нас люди болеют, это подтверждает, что те, которые прошли вакцинацию, в том числе вакцинацию, не попадают в больницу, а лечатся в легкой форме дома. Хотелось бы отметить, что решением Роспотребнадзора постановления исключили ношение перчаток, а также отменили изоляцию контактировавших с больными лиц. О наборе добровольцев в боевой армейский резерв страны доложил первый заместитель главы района Руслан Емыков. Также на планерном совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, участия сельских поселений района в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, реализация программы комплексное развитие сельских территорий в Кашхабльском районе.